предсказуемое. А здесь ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Не знаю, кто попадется, но карта говно. Я с этой карты, мне кажется, никогда добровольно не избегала. Доктор. А ну опять что ли? Да. Я сразу умираю. Не хочу даже играть. Да, блядь, соседку свою палкой будешь бить. Возможно, не только бить. Вслух сказала. Я правда не хочу с ним играть. Ой. Воу, прости. Здравствуйте. Он просто уже настоепал. Олег так быстро чинится? У меня инструменты были. 4% говорите. Да не. Ой, он сюда. Да ну сколько можно? Просто надоело. Ты ничего не видел? Если ты видел зеленый рюкзак, тебе показалось. Чего мне интересно? Аня, успеешь. Чего у него успел? Блин, успел. А ты собака. Олег, где чинил? Видел примерно где? Прям чутку не хватило. Шина мешает. Иди сюда. А мне же мана нравится вот за призрак играть. Ну из всех, кто есть доступные. Ну колоколя прикольный. Ты никого не открывал еще? Нет. Я всех прокачал, чтобы перки забрать. Снимите Олега. Вот. Да он что-то кемпит только у меня. Да. Всем максимально токсичный, да? Ой, крыса. Ой, крыса. Ух ты, крыса. Это уронил. Как Генчик откатился. Побежал за меня ним. Не достал. За мной. Повиси чуточек, прям сейчас я дочиню. Да куда ты? Все, не надо. Да куда она убежала-то? Что за сурикаты? Все самой. Да пошел ты нахер. Не сдерживай себя в выражениях. Опа. Порчу какую-то уничтожил. Зашел в дом. Вышел, зашел. Я, конечно, такая незаметная. Ой, он у меня тут. Зачем он это делает, а? Ну так. А где он есть? Внизу? Вот он, прямо около меня. Да хитани меня! Ага. Не успею? Угу. Немножко размен. Чё надо? Чё? Идти ты слепой вообще. Блять. Игорь там стоит.
Да жопой повернулся. Пошел ты. Бля. Услышал меня. Вот где железной воли не хватает. Ну там чинится, я не пойму, если мы все лежим, бля. Ой. Я малость на панике. Немножко ору. Угу. Так, тут заведенный. В доме, интересно, есть? Денчик. Где должен быть? Вот. Да ёпта налё. Да блин, ну что за окно такое, а? Фантастическое окно, конечно. Просто фантастическое. Попробуй попади. Так, иди туда. Так, этот за вычиненный. Вот Ген ещё. Тихо, не ной. Не ной. Чё она делает? Эйбис. Что? Физи бин джуз. Она в подвале скрывает сундук. Берёт фонарь. Там генератор в этом здании белом. Иди починись, женщина. Ну, она где-то рядом тут бегает, он вернее. И она от него шкерится. Просто я не знаю, где еще генератор. У меня в подвале. И на улице, в конце улицы, Ген. В конце улицы я чиню. Ну, там, возможно, два их. Один вычиним. То есть остался, по идее, подвал и белое здание. И где-то еще, наверное, есть еще один. Восемь же их, да? На улице я же чинил. А, нет, не чинил. Вернее, вот где первый раз Игорь повесили, там уже был. Рядом Ген. Его не вычинили. А, он... точно. Сзади он с Мэг бегает или нет? Да, да, да. Да, вот он стоит, генератор. Как раз она ему, как раз у него побежал. Угу. Зачем ты на меня бежит? Это дед мне. Ну она так ничего бегает вроде. Тут все вычинено. Да. А где тут подвал? Иди к воротам, Кать. Хорошо. Я знаешь, каким воротам? Как тебе объяснить? Лишь бы он на меня не переключился. Он, по-моему, полностью увлечен. Они вокруг машины бегают. Больше ничего не видят вокруг себя. Вот, короче, если смотреть на улицу сейчас, то, получается, будет от тебя справа. Угу. Не, у меня аптечки не хватит. Я лучше открывать. Начну! Так она за ней бегает, она его так и гоняет. А где они есть? Они ко мне бегут. Вот она к тебе бегут к вам. Спинка? Нормально. Нормально. Хи-хи-хи-хи-хи. Хорошо. Плохо, что Лего подвесил. А так хорошо.
Батарейка села. А ты чего, собственно, вскрикнул? А, она тоже с фонариком, понятно. Она в себя приходит. А, ты тоже. По-моему, у нее крыша поехала. Ты тоже видишь, да? Это безобразие. Ты что делаешь? А куда ман ушел? Обиделся? Угу. Она вообще отлично отмансила его. Ну да. Не понимаю, конечно, этих масок на лицо. Это дурной какой-то скин. Угу. Сохраняем полную анонимность. Альтруизм ноль. У меня везде что-то есть. Нихуя себе, у него два ультраредких было. Перс. Не ферс ты, а крыса кемперская. Еще и окровавленные гирлянды, и он все при этом... А, она погибель уничтожила. Ну, честно говоря, я удивлен. А, ну хотя, если бы она не отмансила, хер бы мы сбежали. Да.